день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я предлагаю вам разобрать вот такой вот узор. Он смотрится будет прекрасно, как мы будем вязать, если снизу вверх. И если мы будем вязать сверху вниз, тоже будет красиво смотреться. В первых видеокадрах вы видели жакет, кофточку, связанную именно этим узором. Когда я искала, чего бы нам с вами разобрать, мне попался эта кофта и попалась вот данное это или платье, или костюм. В принципе, не важно. Вязано это изделие именно сверху вниз, как мне так кажется. Но думалось, что там один и тот же узор. Но потом, когда присмотрелась, узор немножко другой. Отличается от этого. Но как бы выглядит он очень похоже. Поэтому мы можем с вами применить его и как для вот аналогичного платья. Ну, а схему могу и того узора сбросить. Хотя она очень нечеткая, или же будете искать в Pinterest, может быть, найдете более четкую, и тогда сможете воспользоваться. Ну, а сейчас мы с вами займемся этим узором. Для образца я набрала 36 петель, 37 для того, чтобы было повернуть вязание, и вот связала еще столбиками без накида первый ряд, чтобы проще было заходить и вывязывать. Раппорт составляет 14 петель. Плюс по 4 петли с двух сторон. То есть у меня получается 2 раппорта и по 4 петли по краям. В итоге мы связали начало и продолжаем дальше. Вяжем 1, 2, 3, 4 воздушных петли. Накид. Я захожу в эту же петельку, в первую, и вяжу 2 недовязанных столбика с одним накидом. Первый и второй. 2 воздушных петельки, накид, и в первую же эту петельку я вяжу 2 недовязанных столбика с одним накидом, первый и второй, соединила, закрепила. Теперь 2 воздушных петли на цепочке или на основании считаем 1 2 3 4. В четвертую петельку зашла, связала столбик без накида, 2 воздушных петли, через одну петлю на основании во вторую столбик без накида, 2 воздушных петельки через одну в основание во вторую столбик без накида. Мы с вами получили, смотрите, одну арку, вторую, и теперь еще нам нужна третья арка. 2 воздушных, одну пропустили, во вторую столбик без накида. Вот что получается. Далее 2 воздушных петельки, накид, считаем 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю на нашем основании я буду вязать 4, скажем, столбика недовязанных из 2 с одним накидом. Вот у нас первый столбик с одной вершиной. Теперь 2 воздушных, накид в эту же точку. Второй столбик из 2 недовязанных с одной вершиной. Соединили, закрепили. 2 воздушных, накид. Если хотите, чтобы было более пышно, можно вязать 3. По схеме показано 2. В своем образце я вязала 3. Мне понравилось более 3. Это у нас третий столбик. 2 воздушных, накид и четвертый столбик. 1 и 2. Второй недовязанный соединили, закрепили. Вот что получается. Теперь 2 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. В четвертую зашла столбик без накида. 2 воздушных. Через одну столбик. То есть сейчас мы должны с вами связать 3 арки по 2 воздушных петли. Это вторая арка. 2 воздушных, третья арка, и теперь 2 воздушных, через 4 мы с вами опять вывязываем вот такой вот набор столбиков. Получили мы с вами второй набор столбиков. Теперь 2 воздушных петельки на основании считаем 1, 2, 3 в четвертую столбик без накида, 2 воздушных петельки,
одну петлю пропустили и в последнюю петлю столбик без накида. Вот так вот выглядит наш первый ряд. Поворачиваем вязание. Я могу сделать воздушную петельку и в этот же столбик связать столбик без накида. Теперь 1, 2, 3. Я делаю накид, перехожу. Вот у нас, видите, с вами здесь 3 арки было. Теперь в каждую арку мы будем вязать столбики с одним накидом через одну воздушную петлю. И в каждую из этих арок будет по 3 столбика. Второй и вот третий столбик. Одна воздушная петелька, накид. Переходим во вторую арку и тоже 3 столбика. Первый, воздушная петля, второй, воздушная петля, третий, воздушная петля. Переходим в третью арку, первый столбик, второй и третий. Так мы с вами получили в каждую арку по 3 столбика. Далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Помним, что у нас здесь с вами 3 арочки. Первую арку пропускаем, заходим во вторую, вяжем столбик без накида. 3 воздушных петельки, накид. Далее у нас с вами идет опять набор столбиков. И так мы с вами повторяем. Итак, смотрите. Мы с вами связали первый раппорт, второй, и вот у нас половинка третьего. Помним, мы здесь с вами вязали 4 петли и 2 столбика. Зашли под арку 3 столбика через одну воздушную петлю. Вот в эту одну петельку, которая у нас была, мы в нее связали 2 столбика через петельку. И так завершили этот ряд. Поворачиваем вязание. Теперь я делаю 1-2 воздушных петельки и захожу вот под первую арку. На схеме не очень понятно, 2 или 3 петли. Давайте сделаем 3. В образце я делала 2, столбик без накида. 3 воздушных, под следующую арку столбик без накида. Последняя у нас вот арка не участвует в этих столбиках, в этих арках. Теперь 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Непонятно как, но я делаю 2 накида. Захожу вот в этот столбик без накида и вяжу столбик с 2 накидами. Может быть, здесь столбики с одним накидом. Я вязала с 2. Накид. 2 накида. Опять-таки столбик с 2 накидами. А вы выбираете самостоятельно. 3 воздушных петли. Смотрим. Вот эту арочку из одной пропускаем. Заходим во вторую. Столбик без накида. 3 или 2 воздушных под арку столбик. 1, 2, 3 под арку столбик. 1, 2, 3 под следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3 под следующую арочку. 1, 2, 3. И у нас последняя арка, в которой мы вяжем столбик без накида. В итоге у нас должно получиться вот 1, 2, 3, 4, 5 арок. Далее идет повторение. 1, 2, 3, 2 накида, столбик без накида вяжем. 2 столбика с 2 накидами через одну воздушную петлю. Завершили мы с вами ряд. Вот 3 воздушных и в последний столбик 2 столбика с 2 накидами через одну воздушную петельку. Повернули вязание. С этого столбика я вяжу 4 воздушных петли. Накид. И вот в эту арку зашла и вяжу 2 недовязанных столбика с одним накидом. Соединяю их в одну вершинку и закрепил. Теперь 1, 2, 3. Я захожу под первую арку из 5, связала столбик без накида. 1, 2, 3. Второй столбик без накида под вторую арочку. 1, 2, 3. Под третью арку. 1, 2, 3.
четвертую арку, 1, 2, 3, под пятую арку. В итоге мы с вами получили 1, 2, 3, 4 арки. Далее у нас идет вот этот столбик, поэтому сейчас я вяжу 1, 2, 3, накид. И вот в арочку из одной воздушной мы с вами вяжем первый столбик с одним накидом из двух недовязанных, 2 воздушных, и второй точно такой же столбик. Первый, второй недовязанный столбик, соединили, закрепили. 3 воздушных петельки и повторяем, заходим под первую арку. Итак, дошли мы с вами до края. Вот первая арка. И вторую арку я сделаю 2 воздушных и зайду в последний столбик. И так мы с вами завершили и этот ряд. Повернули вязание. Теперь вот в эту арку нам нужно с вами вывязывать 4 столбика. А я делаю 2 воздушных, захожу под арку. 3 воздушных под следующую арку. И теперь, ну, можно 3, можно 2. Не совсем четко понятно, как сколько. Давайте я сделаю 2, потому что все-таки будет большой у нас здесь веер. Захожу вот под эту арку, и мы в нее будем вязать 4 набора столбиков с одной вершиной, с одним накидом. 1 воздушная петля накид. И следующий набор столбиков. То есть у нас должно быть с вами их 4. 4 вот набора мы с вами связали. Теперь 2 воздушных петельки, так как мы здесь с вами тоже делали 2 воздушных, зашла под первую арку и вяжу арочки по 3 воздушных, столбик без накида. 3 воздушных, столбик без накида. Это вторая арка. 3 воздушных, и это у нас третья арка. Было 5, 4, теперь вот 3 арки. Далее опять 2 воздушных, и мы с вами выполняем вот такой вот набор и движемся по длине нашего. Итак, смотрим, прошли мы с вами до конца ряда. В последнюю арочку мы связали 1 набор, 2 набор, и через 1 воздушную петлю для выравнивания нашего образца связала 1 столбик. Теперь поворачиваем вязание. И мы с вами уже такой ряд вязали. Я вяжу 3, даже 4 воздушных накид. И захожу вот в первый этот из одной, связала столбик. 1 воздушная накид. Вот в эту арку мы вяжем полноценных 3 столбика. Через 1 воздушных. У нас уже с вами был такой ряд. Третий. Так, теперь у нас с вами 1, 2, 3. Помним, 3 арки, поэтому во вторую, в центральную, столбик без накида. 1, 2, 3, накид. Вот наши 4 арки, да? Помним, как здесь было. Зашли в первую, 3 столбика через 1 воздушную, вторую и в третью. Все повторяется. Третий. Итак, движемся с вами до конца образца. Прошли мы этот ряд. Последние 3 воздушных. И вот сюда в последний столбик без накида мы связали наш последний столбик. То есть, как вы видите, мы с вами повторили вот этот ряд и следующий ряд, но только теперь в шахматном порядке. И как вы можете обратить внимание, что сейчас мы с вами будем начинать вот эту вот, такая как пальма у нас смотрится, вот с этих точек. Да, то есть повернули вязание. И сейчас я вяжу 1. Неудачно повернула, захватила. Ага, вот так вот. Теперь у нас здесь вот в этих точках должны быть столбики с 2 накидами. Да? 1, 2, 3, 4. 2 накида, и в этот столбик вяжу столбик с 2 накидами. То есть здесь у нас вот будем формировать вот эту пальму. Теперь 3 воздушных
заходим под, не под первую, а под вторую арку и вывязываем арки по 3 воздушных петельки. Получили 5 арок. Теперь опять 3 воздушных петли, 2 накида, и в этот столбик вяжем 2 накида. Первый столбик с 2 накидами, 1 воздушная и второй столбик. Ну, как бы вы понимаете, что у нас идет уже повторение. Ничего нового я вам показать не могу. В итоге мы получаем вот то, что получаем, да? Вот они в нашем шахматном порядке расположены наши пальмы. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!